То есть вот дорога, с одной стороны райончик одной ценовой категории, да. А с другой стороны совершенно уже другая категория, уже даже видно по воротам. Да, вот эти ворота закрываются автоматически, если какие-то движники. И вот этот район называется «Зимняя сказка», тут зимой очень красиво. Вот здесь они украшают тоже все, у них свои дома. Все друг друга они здесь знают. Кстати, он продается, один домик. Средняя цена домика здесь приблизительно, я так думаю, 250 до 750, это такой район. Тысяч, да? Да, тысяч, да, смотря от состояния домика. Здесь дома все накрыты только деревянной черепицей. И если ты накроешь чем-то другим, то тебя засудят. Ну, стилистика здесь своя. Потому что свой стиль, свое видение, свое отношение. Вот оно, к каждому дому приезжаешь, такой циркуль, круг по кругу. И кругом циркуля стоят дома. Раз, два, три, четыре. И вот в каждом углу циркуль и опять дом. Раз, два, три, четыре. И мы так катаемся. Мы поедем на эту улицу. Ну, для интереса, ты когда увидишь какой-нибудь дом, просто озвучь ценник, чтобы почтеннейшая публика понимала, о чем речь идет. Что почем хотеть с мячом? Ну, я могу ошибаться в радиусе. Ну, плюс-минус хотя бы. 50 тысяч я могу ошибаться. Так, ну, если, например, взять какой вот? Вот этот дом? Да, например, вот этот, да. Он какой? Он, кстати, сайдинга, да? Не с кирпича. Сайдинг, да. Не кирпич. Нет, это такой камень-кирпич. А, камень такой, да? Это будет около 350 тысяч, я думаю. Вот этот. Вот этот будет 270. Повторяюсь, я могу ошибаться в 30 тысяч плюс-минус. Вот этот вот. Вот это будет около 250, а может быть и до 300. Они могут просить 300, но можно сбить до 380. Шикарный ход у них там. Вот эти уже подешевле чуть. По 300 тысяч, по 400. Тут не гонятся за роскошью, гонятся за уютом, красивым дизайном и спокойной жизнью. Район закрыт, все свои, весь район. Да. Друг друга знают, охрана, все у них здесь здорово. Ну, задавай вопрос, что еще вас интересует. Вот в немецком стиле, да? Да, немецкий, да. В немецком, да. А нет, вот тут видишь, что ребята вот приезжают. А вот этот огромный, прямо чуть ли не... Красиво на горе стоит, ну, не знаю, может и 500 все, потому что если вся стоит чистый... Нет, видишь, кирпич впереди, а сайдинг сзади. Да, вот и участок очень большой. Да, участки они здесь все большие, хорошие. Вот такие улочки, вот как бы горные, да, вот такое интересное. Да. Это вот этот, я думаю, он же за него 800 запросит. Это чистый кирпич, ты видишь, да?